17 марта на улице Новая 2 города Сухого Лога 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не убедившись в безопасности перехода проезжей части в зоне видимости пешеходного перехода, неожиданно для водителя автомобиля МАЗ начал перебегать дорогу. Водитель МАЗа предпринял экстренное торможение с подачи звукового сигнала, направив свой автомобиль к середине проезжей части. Но наезда избежать не удалось. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение города Сухого Лога.